Здравствуйте, это канал Herbals UA, и сегодня мы поговорим с вами про настойку алоэ. Чудодейственный лист алоэ веры содержит 75 питательных веществ и 200 активных компонентов, включая 20 минералов, 18 аминокислот и 12 витаминов. Алоэ обладает очищающими свойствами, улучшает усвояемость питательных веществ, ускоряет выведение шлаков и продуктов обмена из организма, улучшает обмен веществ. Настойка алоэ усиливает желчеотделение, секрецию пищеварительных желез, обладает слабительным действием бактерицидной активностью в отношении болезнетворных микроорганизмов. Показания к применению настойки алоэ. Заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит, энтероколит, гастроэнтерит. Запоры, заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, туберкулез легких. Кожные заболевания, угревая или аллергическая сыпь, дерматит, экзема, псориаз, стрептодермия, нейродермит, аллергический дерматит. Выведение токсинов и шлаков, простудные заболевания, заболевания органов зрения, блефарит, конъюнктивит, креатит и геморрой. Противопоказания к применению настойки алоэ – индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Купить настойку алоэ вы можете у нас на сайте, ссылка будет в описании. Если для вас была интересная информация, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.